Всем привет! Пришла посылочка, достаточно большая. Посылка у нас из Китая. Здесь у меня небольшой фонарик фирмы Sunshine и сумочка. Больше ничего нету. Вот такой вот фонарь. Сделаю обзорчик на него. В комплекте, считай, 3 батарейки 3А. Ну, сейчас разберусь я с ним, сделаю небольшой обзорчик. И сумочка фирмы. Сейчас правильно прочитаем, как она называется. Фирма Tonpar. На 2,5 литра. Тоже кому будет интересно, немножко я потестирую это все, разберусь. Ну, как уже заявлено по размерам, что должно подходить сюда для iPad 8-дюймового 7,9 дюйма. Здесь 2 кармана, как заявлено. Материал Oxford 900 Den. Здесь такой большой карман. Еще небольшие карманы. Здесь сеточка. Задняя часть, она уплотненная. Ну, кому будет интересно, попозже выложу. И здесь, наверное, можно будет крепить какую-нибудь бутылочку. Так что, если будут вопросы, задавайте. Интересно будет вот этот фонарик сравнить. У меня наподобие есть фонарик такой, очень удобный. Это неизвестного производителя. Тоже на 3 батарейках. Не помню, как здесь вставляется. Здесь интересно, видишь, здесь магнитная пластина, там магнит. Очень удобно висит. Здесь не знаю, есть ли такой, нету. Тоже, по-моему, есть. Протестирую. Это держится точно 100%. Очень удобно куда-нибудь. Даже в машине под капот можно. На капот повесил и работай. Так что, если будут вопросы, приходит он в таком пакетике фирменном. Логотипы. Моделька, не помню, как называется. 2,5 литра, по-моему, просто. Ну что, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.